Так, ребята, продолжается моя эпопея с СДРом. Хотел тут геминиды зафиксировать. Но смотрите, какой эфир. Ну, более-менее чистый. Вот в этом спектре. И что я обнаружил? Это я сейчас у себя электричество вырубил, свет полностью в доме. На ноуте, на аккумуляторах. Вот. И когда я включу свет, увидите, что будет происходить на экране. Вот. Сейчас я поставлю на штатив телефон. Сейчас я пойду включу свет. Электричество. Так. Так, теперь мы видим, да, всю красоту этого трэша. То есть мы это вот видим, да, как появляются эти полосы. Сейчас они вообще появятся и уже не исчезнут. Будем бороться. Значит, что это у нас дает? По всей видимости, помеху дает витая пара, которая идет из опта, части оптики, идет на Wi-Fi роутер. Ну, то есть, в буквальном смысле, у нас помеху гонит Wi-Fi роутер. Даже не сам Wi-Fi роутер, а получается кабель. То есть, будем экранировать, потому что, ну, как видите, да, если еще там станция справляется, радиостанция, ну, более-менее как-то, то SDR нет. Появляются эти пилы. И все. Сейчас попробую Wi-Fi выключить просто. Ну, в общем, да, Wi-Fi я выключил, это все исчезло. Будем бороться с помехами. Иначе, ну, как видим, приема нормального на SDR не видать. Кому было полезно это видео, всем спасибо. Всем три, до свидания. Так, оказалось, FTP-кабель у меня патч-корд не экранированный. Вот, поэтому я взял метр вот такого экранированного кабеля, который идет от роутера, ну, вернее, от устройства, которое преобразует оптоволоконный сигнал в радио. Вот такой вот экранированный кабель. Надеюсь, поможет. Ну и можно еще его ферритовое кольцо туда надеть. Вот такой вот кабелек я взял. Так, тест показываю. Вот в комнате у меня несущая. И вот по всему дому такие помехи. Вот. В общем, я нашел, в чем причина. А именно вот в этом дерьмовом кабеле. Вот в этом. Который не является экранированным. Вот смотрите, что происходит. Это роутер. Все, видите? То есть роутер работает, светится, горит. Убрали кабель, который сейчас я буду менять. Все, эфир чистый. Помех нет. Сейчас покажу на SDR. Вот смотрите, чистенько все. Роутер включен, Wi-Fi. И сейчас включим опять кабель. Так, все, включили кабель. Вот смотрите. Вот появились эти пилы, вертикальные помехи. Вся эта гадость опять появилась. Ну, сейчас будем менять кабель.
Все, ребятки, можете поздравить меня. Вот поставил кабель экранированный. Вот сам роутер. Смотрим. Шумы пропали. Сейчас посмотрим на SDR. Все, ребятки, смотрим. Работает Wi-Fi. И, о чудо, нет этих пил и прочей дряни, которая была. Ее просто нет. С таким уровнем, как была. Эти шумы, вся эта дрянь. Это, конечно, не может не радовать. Очень сильно меня это радует. Так что вот так вот нужно бороться. Сейчас даже для интереса попробую выключить. Вот видим, да, полосы есть какие-то вертикальные, небольшие. Сейчас я выключу, скорее всего. Ну, тут у меня еще освещение гадит. Что такое? Так, вот я выключил. То же самое, в принципе. Вот. Wi-Fi не гадит теперь. В общем, можете меня поздравить, ребятки. Избавился, потому что это давало помеху мне и на мой приемник, и прочее, прочее. Долго не мог понять, почему. Ну, спасибо ребятам, Сереге, Жеке, Евгений, Харитон, за то, что подсказали. Вот. Всем всего доброго, ребятки. 7-3, до побачення. Ребятки, я перфекционист. Не знаю, плохо это или хорошо, я считаю, неплохо. Смотрите, небольшие пилы еще оставались у меня. Чуть-чуть, но я хочу, чтобы их вообще не было. Поэтому несколько витков на фильтровом кольце. Сам роутер сюда поставлю аккуратно там. И все, и таким образом я полностью уже отрежу все возможные помехи, какие только могут быть. Вот. Вот так вот я сейчас сделал.